Здравствуйте! В эфире «Вести Чукотка» в студии Кристина Мовчан. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях в округе. Начнем выпуск с печальной новости. В ходе специальной военной операции на Украине при исполнении воинского долга героически погиб наш земляк, рядовой самоходно-артиллерийского взвода батальона морской пехоты Филипп Верещагин. Уроженец Анадыря, он был призван 24 сентября 2022 года в числе первых мобилизованных от округа. Героически сражался с националистами и пал смертью храбрых, проявив мужество и отвагу в бою. У Филиппа остались мать, жена и двое несовершеннолетних детей. В Рио губернатор Владислав Кузнецов и правительство округа мэр Леонид Николаев и администрация Анадыря выражают искренние соболезнования родственникам погибшего. Семье героя будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.